Проблема сегодняшнего мира в том, что многих мужчин никогда не учили тому, что такое настоящий мужчина и что он делает. Настоящий мужчина работает 7 дней в неделю, приходит домой к своей домохозяйке Жене, готовит ей горячую еду, стирает, следит за тем, чтобы ее ногти, пальцы ног и прическа были в порядке, служит ей моет посуду. Убедитесь, что дети уложены спать. Встает утром, подготовить детей к школе. И сделать все это снова. Это настоящий мужчина. Нет реальной причины говорить мужчине, что у вас есть дети, если только вы не планируете с ним долгосрочные отношения. В будущем. И если он уже влюблен в тебя, ему будет все равно. Я не говорю людям, что у меня есть дети, потому что вокруг так много хищников. Я должен быть осторожным и защитить себя и своих детей. Я доверяю тебе теперь, так я тебе сейчас и сказал. Это все, что ты можешь сказать. Это сработает. Полагать. Но женщины, которые просто хотят рассказать людям каждую мелочь о своей жизни, просто настраивают себя на то, чтобы их использовали поэтому оставьте как можно больше деталей. Мне пришлось поставить видео на паузу, потому что я должен что-то сказать, потому что это один из самых глупых советов, которые я когда-либо слышал. То, что эта женщина говорит другим женщинам делать, это то же, что женщины делали в 80-е и 90-е годы. Она сказала, не говори ему, пока он не влюбится в тебя. После того, как ты его подцепил. После того, как он эмоционально вложен. Таким образом, все, что она сказала, ерунда. И каждый раз это происходило со мной. У меня возникло ощущение, что я потратил много времени и денег на то, чего не хотел. Я чувствовал себя обманутым и использованным. Я мог бы быть с женщиной без детей. После всего этого я ни за что не мог ей доверять. Женщины в моей семье говорили мне, что не имеет значения, есть ли у нее дети. Даже один из моих двоюродных братьев сказал мне нечто подобное. Женщины в моей семье начали работать надо мной, когда мне было 10 лет. Таким образом, многим мужчинам промыли мозги, но не через средства массовой информации. Женщины, которые им близки. Женщины, которым они доверяют и которые должны защищать и направлять их. Вот так и создаются симпы. Что спасло меня от всего их промывания мозгов по множеству разных вопросов, таких как оплата свиданий, детей и распущенность. Это было так глубоко внутри, что я не мог с этим справиться. Это было просто неестественно. Это никогда не казалось правильным. Я знаю, что однажды сказал, что мог бы жениться на бывшей актрисе фильмов для взрослых, которую когда-то знал. Но это произошло только через 8-9 месяцев, когда я познакомился с ней и узнал все о ее прошлом. Какие-то плохие люди предложили ей варианты погашения долга, и это был лучший вариант. Плюс, когда я было 14, мать попыталась продать ее торговцу наркотиками. Она так и не окончила среднюю школу, Таким образом, в детстве у нее не было руководства, и ей приходилось во всем разбираться самостоятельно. Поэтому было понятно, что она будет совершать глупости и связываться с плохими людьми. Поверьте, я все учел. У нее не было детей. Когда-то она была замужем. И самое главное, она была взрослой, а не каким-то ребенком во взрослом теле. Она выплатила долг и больше никогда не делала ничего подобного. Плюс, в отличие от многих женщин, которых я знал, которая была со множеством разных мужчин, она всегда была в отношениях. Таким образом, она не была похожа на женщин, которых вы видите в интернете. Она родилась в плохой ситуации и старалась изо всех сил использовать то, что ей дали. Когда я слышу, как женщина просит мужчину подождать 90 дней, прежде чем заняться сексом. Если бы я сказал, хорошо, тогда тебе нужно подождать 90 дней, прежде чем он пригласит тебя на свидание. Вам нужно подождать 90 дней, прежде чем он потратит на вас деньги. Вам нужно разговаривать с ним каждый день или как можно чаще в течение 90 дней, прежде чем он решит инвестировать в вас, как вы собираетесь в него вложиться чтобы мужчина проверил тебя. Это стандарт траты денег, чтобы я уделил тебе время. Мне нужно куда-то потратить деньги. В большинстве случаев мне нужно отвезти тебя в хороший ресторан. Это будет стоить денег. Я должен отвезти тебя в место, которое, по твоему мнению, будет ценным для тебя. Это будет стоить мне денег. Вместо того, чтобы сказать «Привет, знаешь что?» Реалистичная вещь если бы мы просто сидели здесь и разговаривали друг с другом 90 дней. И я такой, хорошо, прохладный, если я позвоню тебе по фечетям. Я не могу общаться с вами по фечетям чаще одного или двух раз в неделю, если только я действительно не начну вкладывать в вас деньги в течение 90 дней. Я не прав. Так я не говорю, что ваша коробка в обмен на деньги. Я говорю о том, что для того, чтобы получить ваше время, мне нужно потратить деньги. Но да. Я могу потратить деньги и занять ваше время, но никогда ничего из этого не получить. Это несправедливо по отношению к мужчине. Итак, дамы, вы чувствуете, что женщины серьезно готовы к эмоционально умным мужчинам? Давайте поговорим о том, что такое эмоциональный интеллект, прежде чем мы даже перейдем к этому разговору. Мы говорим о том, что вам нужен терпимый мужчина, который регулирует свои эмоции который также умеет управлять своими эмоциями. Но вы также говорите о человеке, который знает, как управлять своей чувствительностью и всем остальным, когда дело доходит до этого. Но вы должны учитывать, что эмоционально умный мужчина умеет отрезать людей, когда видит, что ваша чувствительность вызывает слишком большую реактивность. Когда он увидит, что ты не можешь контролировать свои эмоции. Когда он увидит, что у тебя низкая толерантность. Тот тип мужчины, о котором вы просите, это человек, который мгновенно выведет вас за дверь, если почувствует, что вы портите его произведение. Если он чувствует, что есть какой-то уровень неуважения, потому что многое зависит от эмоционального интеллекта. Так что, если вы просите об этом, вы также должны обладать таким же уровнем эмоционального интеллекта. Так почему ты думаешь, что люди думают, что ты ненавидишь женщин? Потому что я говорю такие вещи. Женщины глупее мужчин. И вы придерживаетесь этого. Ага. Так хорошо. Так и женщины. Я просто смотрю. Я просто смотрю на лучших женщин и лучших мужчин. Это как Ким Кардашьян или Илон Маск. Верно. Например, к какому выводу я должен прийти? когда буквально все женщины-миллиардеры, как правило, становятся миллиардерами благодаря секс-работе. Или через развод. Точно. Ага. Маккензи Безос. Жена Стива Джобса. Список можно продолжать и продолжать. Ага. Так что вы знаете, некоторые люди воспринимают это как оскорбление. Я серьезно. Так что да, сходить с ума.